70 лет со дня одной из самых дерзких военных спецопераций — освобождения Бенита Муссолини. 12 сентября 43-го отряд Отто Скорцени на планерах высадился в горах, где держали под стражей арестованного Муссолини. Опешив, охрана тогда сдалась без боя, а человек со шрамом освободил итальянского диктатора. На самолете они победоносно стартовали с самой высокой вершины Апеннин и бежали. Рейд Скорцени вошел в историю как начало нового объединения нацистской Германии с фашистской Италией.